продолжение начатого 5 лет назад хорошего продукта, который называет, в то время назывался антигриппин, а сейчас Anvimax. Все здорово, все культурно, все правильно. Самое главное то, что это работает. Я очень рад, что опять с ребятами, то, что мы продолжаем интересное дело, которое помогает людям. Я получаю удовольствие от той работы, которую сейчас делаю, готовлю ребят. У нас большой предстоящий бой Саши Поветкина с Володей Кличко, который будет у нас в октябре месяце. Так что дадим ему лекарство, чтобы не болел. Вперед! Мы снимаем боксерский поединок. Сцена, которая у нас происходит, это выходит наш герой на ринг, а на него нападают двое. Поэтому наша задача будет отреагировать на него. Классно. Готовы? Можно обратно прибавить такой. Кто-нибудь может зайти в холл и угомонить людей? Сейчас я помогу. Готовы? Одиночка не справится. Приготовились снимать? Начали. В жизни, как в боксе, бывают моменты, когда в одиночку не справится. Я знаю, вся сила в простоте. Простая комбинация. Раз-два. Да, люди падают. Есть, ребята? Я бы еще поснимал. Не надо, ну, хорошо, спасибо. We'll be right back.
основная задача – это ломать их физически. Но до того, как сломать физически, ломать их внутренне. Как только человек сломался внутренне, тогда его можно уже добивать физически. Когда я боксировал, я подхожу к нему, здоровайся, говорю, how's your destiny? Он, опа, у него, ну, обычно перед боями злые, я подхожу к нему как? По-доброму. Здоров там, да, там. How's your destiny? Destiny, у него дочка родилась, и он назвал ее судьба. Если заговорить. Смайл там и ушел. Короче, сломал. Заранее. Морально определенно, да, было. Все, у него уже мысли про дочку, он домой, лишь бы остаться живым. Нет, не было. Он был уверен, что он. Нет, он был полностью уверен, что он выигрывает. Но вот этот момент, когда ты ощутил то, что ты совсем не ожидаешь. Ожидание совершенно нового. Он ожидал агрессии, а у меня никакой агрессии не было.